Что сегодня будет? Сегодня исторический день, я сегодня первый раз в Армении в этом году, то есть практически первый раз выступаю, привез инструменты, ту часть, которую сумел забрать со склада, потому что инструментов я привез очень много, там рояли, физгармонии, инструменты старинные, самые разные, ударные и остальные. Вот, я привез малый комплект сюда, меня пригласили вот показать, называется показ, наверное, такой термин театральный слегка. Но это будет терапия, она направлена к конкретным людям, и поскольку конкретно я никого пока, кроме тех, кто вот придет сюда, не вижу, но я постараюсь, чтобы их не мучили мои звуки, хотя, по крайней мере, создать что-то. Но просто у меня такой стиль в музыке, что он не совсем, не всегда как бы гармоничный, он немножко постоянно находится на бегстве. Такая фуга как бы от самого себя, потому что я когда начинаю осознавать какой-то жанр, в этом один из видов моей терапии и идея терапии, то, что не садиться в каком-то стиле, типа, а ну понятно, что будет происходить, а как бы постоянно чуть-чуть как бы через призму эту преломлять и уходить в другую сторону, потому что мне многие говорили, ты никогда не можешь стать в какой-то определенном стиле. Я играю много классической музыки, но могу себе позволить ее не закончить и уйти совершенно в другую сторону, перевести ее на современную. То есть я очень часто реагирую на обстановку, это называется, это как бы импровизация в высоком смысле слова, это пежоратив термин, а импровизировать. Но поскольку я строю музыку, это как бы такие конструкции мелодические. Поэтому я хочу показать некоторые инструменты, которые я привез, смотреть, как они между собой взаимодействуют, как они с этими фортепиано взаимодействуют. Здесь в центре много инструментов. Вот нам Акоп Абраамян предложил работать на его инструментах. Я был очень рад, потому что это такие старые советские пианино. Я их чуть-чуть подтянул, как мог. Потому что я сам всегда настраиваю свои инструменты или чуть-чуть расстраиваю, это тоже стиль. Вот. А в общем, я здесь нахожусь с одной стороны, по просьбе Давида Эйхеля, потому что, собственно, они здесь открыли Центр иверийской медицины, они открыли здесь филиал, вот именно в Пьюник. И вот коллега, наш друг Ваган, он здесь будет работать, и меня Давид попросил показать, представить, вообще мои действия, связанные с музыкой. И дальше, последующие месяца и, я надеюсь, года, я буду здесь периодически. Не то, что выступать, потому что это именно как бы скорее выступление, но я буду здесь работать именно с теми, кто хочет со мной участвовать в процессе музыкальном, то есть в строительстве, со мной вместе играть, со мной вместе строить интервалы, мелодии, конструкции, потому что музыка – это как бы некая текущая архитектура, поэтому у человека она строит очень хорошо. В этом плане это, конечно, терапия. Значит, ну, звука и жестотерапия. Надо будет уже у тех, кто это будет слушать, спросить потом, может быть, как на них это повлияло, потому что каждый человек, ну, это же такой бином такой экспрессии, импрессии, то есть я как бы выражаю, а то, что я выражаю, оно отражается на ушах или на сознании, на костном, потому что человек не только ушами слышит, он слышит чисто
такой больше музыкальной энергии даже скорее, особенно на струнных инструментах, и это акустическое, то есть я работаю с пространством, я работаю с этим звуком, поэтому что я сам очень близок к тишине, потому что я, во-первых, я очень увлекаюсь исихазмом, то есть как бы древней такой христианской, древнегреческой методикой именно через тишину и через созерцание и самопознание понять как бы свою связь с Творцом. Это как бы моя главная, наверное, задача в жизни. Но поскольку это он недостижим, потому что он трансцендентен нам, вот мы можем его представить себе через звук только потому, что звук он в себе включает все. Потому что каждый звук представляет из себя совокупность себя самого целиком, как бы, и всех его подразделений одновременно. Это то же самое, что некое единство с, вот, с изначальным, то, что произошло в начале. Поэтому как бы, я стремлюсь к некой предвечной такой структуре, и поэтому постараюсь со мной повести, если мы что-то создадим, какое-то пространство музыкальное, звуковое. То есть это, я старался всегда выходить из такого потребительского взаимоотношения концерта. Мы ушли с концертных помостов именно для того, чтобы войти в какую-то другую совсем среду. Но мне приходится все равно выступать, так сказать, потому что ждут, что я что-то покажу, значит, придется выступать, но одновременно самого как бы слушать, как реагируют люди. То есть это, в общем, импровизация высокая. В высоком понимании слова.